Ты что ты делаешь? Вот это было профессионально! Ебой! Как делишь, карпетюшки, с вами снова Эдисон и Жек, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Безумные ученые» в Майнкрафте, да. И да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки, только благодаря вам выходит эта серия сумасшедших ученых, да, компаньон? Компаньон, мы возвращаем нашу старую рубрику, потому что вы частенько ее просили, и ребятулечки, набирай 15 лайков на двух видосах, и сразу же выходит продолжение. Да. Да, я согласен, компаньон, вперед. Я уже придумал, как тебя убить. Да, я тоже придумал. Вперед. Да, ребята, как вы поняли, мы возвращаем нашу старую рубрику «Как умереть» или «Безумные ученые», называйте как хотите. Но, действительно, мы решили ее вернуть только ради вас, ребята. Если вы рады, если вы хотите хоть еще одну серию как продолжение, влепите огромный палец вверх, я вас очень сильно попрошу. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Не прикладывайте на потом, потому что я не подписан, но потом подпишусь. Нет, ребята, подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас, одну секунду, а то я найду способ, как и вас убить. Убью Евгения, а потом найду способ, как и вас убить. Поэтому не стоит. Лучше нажать на красненькую кнопочку, нажать на колокольчик, мне будет очень приятно. А сегодня у меня будет карта наполовину какой-то Versus Battle, наполовину какой-то Гарри Поттер, наполовину дебилизм. В общем, странная и сложная у меня карта, да. Как обычно. Но я вам не буду рассказывать всех подробностей. Давайте мы сначала пойдем к Евгению, пройдем его карту как можно скорее, буквально за пару минут, как обычно, а потом вернемся на мою карту, поэтому погнали. Ну что, Эдуардо Пронциано, компаньон, вы готовы? Я уже поскорее хочу пройти вашу карту и умереть как можно скорее, давай, компаньон, я придумал уникальный новый способ, как умереть. Эдуардо Пронциано, слушайте меня. Я слушаю. Короче, так, компаньон, вы должны умереть, вот секретная лаборатория, там испытывают новые газы, понимаешь, газы. Газы? Газы, понимаешь? Газы, хорошо. Вот, ну, в принципе, должен туда попасть, это очень секретная лаборатория, поэтому тебе сложно будет туда попасть, понимаешь? А может, мне туда не надо попадать, раз это секретная лаборатория? Ты как бы хочешь умереть, компаньон, хочешь или не хочешь? Конечно хочу, понимаешь? А чё поделать? А чё делать? Я не знаю, что делать. В принципе, тут на карте есть подсказки. Ты можешь их найти. Ой, тогда, ну, как бы, ладно, так тоже можно, но... Ты решил... Объясни мне. Как ты сюда, мать его, нахрен запрыгнул? Я запрыгнул, но я выбраться обратно не могу. Как ты сюда нахрен запрыгнул? А вот так вот, не скажу. Я вообще читер. Объясни мне, как ты запрыгнул через сраный, мать его, в жопу забор? А тебе все рассказать. Скажи, и сам будешь против меня такое использовать. Ты читер. А, ну все, ты неправильно залез, поэтому теперь ты будешь здесь хорошо, сидеть. Хорошо, я смотрю. Через камеру посмотрю. Так, камера. Ёпперэсэте. Если что, я вот эти таблички не вижу, если что. Да и не важно. То есть таблички не нужны, да? Вэк, везде написано вэк, вэк, юг. Не, я просто не вижу, потому что они у меня пропадают. И понятно вообще. Тебе это не поможет. Ты заперт за забором, потому что ты сломал мою карту, понимаешь? Да выпустите меня наконец-то отсюда! Понимаешь, Эдисон, тебе нужно было... Дайте объясню, понимаешь? Ты должен был на машинке вот так вот проехаться. Ну, короче, неважно, тоже ему на машинке проехаться. Потом ты из него вылез бы и попал бы сюда, потом ты бы обратно залез. Ну ты... Я так и сделал! Да, просто... да, давай, залезай. Опа! Вот, я сюда запрыгнул на вот эту фигню и просто вот туда перепрыгнул. Да ты вообще паскуда, так нельзя было делать. Да, ну, можно, ладно, можно. Да! А чё он убивает меня, Жека? Да не верю. А, я тебя надурил! Используй машину. Ну ты уже догадался, ты что, дурак? Я уже прошел это, спасибо за подсказку. Да, потому что ты просто, я думаю, догадаешься. А как мне в секретную лабораторию попасть? Секретную лабораторию? Я не знаю, видишь, моста нету, нужно мост активировать. Как? Опасная зона, опасная, не иди, хе-хе-хе. Косяк, я не знаю как. Давай, помогай мне. Как тебе помогу, если как бы ты должен использовать камеру? Вот я понимаю, но я там паролей не вижу вот этих твоих, если там что-то есть. Ужасно, что ты не видишь, но там что-то есть. Там что-то явно есть. Ты должен повнимательнее посмотреть, куда делать. Вот сюда, куда. Это, конечно, все круто, компаньон. Это все круто, да. Гну! Чё? Ты нашел код?
Какой, мать его, код? Где? Ну, я тебе не могу сказать, где, понимаешь, как пойдет, должен сам догадаться, как умереть, не я же тебе буду. Охренеть, убивать. Подожди, я тебя должен сам убить. Где я тут должен найти код, у меня такой вопрос. Хорошо, давай я тебе дам подсказку, хорошо, компаньон. Ты у нас стал тупеньким за время, за то время, когда мы не выпускали серии. Ну ничего, ничего страшного. 3, 7, 2, 5, я без тебя уже справился, спасибо. Да, я уже тебе дал подсказку. Ничего, ты, я просто сам заметил. Да, 3, 7, 2, 5, 3, 7... 3-7-2-5, 3... Уходите от меня! 3-7-3-7-2-5... Блок пласт это. Опа! Опа! Как все тут красиво так получилось. Хорошо, хорошо, компаньон. Я сейчас найду способ, как умереть. Я сейчас без ваших лабораторий найду способ, как умереть. Опа! Ой-ой-ой, подожди. Хрю. Ой, все запер тебя. Извини. Я и сам могу выйти. Хрю. А у меня яблока нет. Яблок, понимаешь, мне нужно. А тебе вообще-то синтус не нужен, это просто так, это пасхалка. Ну да, конечно. Это пасхалка. Что вот ты мне тут рассказываешь? Зайди сначала сюда, Что ты мне тут? Да нет, я сначала все тут проверю. Опа, ёпта. Ну нет. Верните яблоко, верните. Опа, спасибо. Так. Обманщик, ёханый бабай, обманщик ты какой? Подожди, а что ты делаешь вообще, Ты приручаешь свинку? Хрю, нанимаю хрюху. Ты нанял свинку, это, понимаешь, это свинка-убийца, Ёпер, это свинка, иди сюда. Свинка-убийца. Свинка такой всех, свинка, давай, всех вали. Я же тебе говорю, это просто свинка-убийца. Свинка туда, вот этих дебилов убивай. Давай, проходи, Эльса, проходи. Ой-яй-яй-яй-яй. Да пошел ты в строкотан. Срокотан пошел. Ай-я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 й. Подожди. Да уйди ты! Я ничего не вижу из-за тебя! Ну. Опа! Все, новый газ, смотри, видишь, тут испытывают новый газ. Активируй новый газ, активируй. Не тот, не новый газ. Хар... Это не новый газ. Не работает. Ты же офигенно, ты броню свою сними, а то как-то газ. Не, он вообще не проходит, Да не, вообще не проходит, да. Изи стоит, изи наверх. А! Так ты меня реально мог изначально убить, чё ты мне мозги пудришь? А это на самом деле газы просто сработали. А, газы сработали, я просто пукнул, и ты умер, понимаешь, что там. Слушай, я полюбил эту свинку, она вообще агрессивная такая. Прям нравится. Прям нравится, понимаешь? Нравится. Мне нравится. Все, компаньон, я хочу пройти вашу карту. Вы готовы? Вы готовы проходить? Я готов, подожди. Так. Компаньон, я готов пройти вашу карту. Готов. У меня тут очень сложная карта. Компаньон, я ничего не вижу, компаньон. Вы так. Где, компаньон, вы где? Компаньон, тут... в общем, ну, давай сюда, рассказывай. Идите сюда. Хогвартс ожидает. Я пока. Нет, тебя Хогвартс ожидает. Хогвартс ожидает, а ты должен отправиться... Уже вроде была такая серия про Хогвартс, но тут не все так просто, Хогвартс тебя ждет, Жек. Ты должен найти способ, как забраться вот в этот поезд, понимаешь? Да, я вижу там какой-то сундук, но я не знаю, как его забрать. А, сложно. А как его, Ничего ломать ты не можешь, я тебе напоминаю, ничего ты ломать не можешь, поэтому вот. Ага. Ну подожди, хорошо. Подожди, я жду. Так, если что, на NPC я тыкать не могу. Это, конечно, все очень хорошо, да. Опа. Опа. Ага. Оп! А что ты агакаешь? Я не понимаю, что происходит, компаньон, у вас тут какие-то странные вещи. Какие у меня странные вещи, компаньон? Я тоже ничего не понимаю. Компаньон! Заколебал, давай! Давай! Ну? Ну? Да ты тупой, сука! Это ты тупой, ты в том направлении стоял! Я в том направлении... Да подожди, можно тебе... Я не буду 500 лет хорошо, давай. Хорошо, ТП-хайся. Ага, там в лаву сейчас, да, ТП-шнусь? Да, ну, давай. Полетели, да. Давай. Ну хорошо, давай ТП-хайся, ленивая срака. Давай. Ну потому что поставил свои в лавы, в воду надо было поставить. Давай. Ты тупой какой-то! Ну ты можешь нормально... А зачем вообще тебе сюда нужно, у меня такой вопрос? Я не знаю, но мне кажется, там какая-то дырочка там есть. Дырочка, нет, мне кажется, там ничего нет. Да тебе давай! Да он тупой немного, поэтому надо как-то понимаешь? У него рейндж очень маленький! Удара! Да я прям в нем стою, в смысле рейндж маленький! Бьет...
Да ты ж, Жека, ну что ты, ты делаешь? Ты меня заколебал. Я его ненавижу. Ты меня заколебал. Ну проходи уже наконец-то, ну пройди, пожалуйста, пожалуйста, ну пройди. Ну куда? Жека! Да куда? Почему? Почему он такой конченый, я не могу понять. Да потому что ты вот так делаешь, понимаешь? Да. Я тебе уже помог, я тебе уже упросил задачу, сейчас он будет соображать. Сейчас он будет соображать быстрее. Опа! Ну, не без моей помощи. Карточка. Давай, молодец, молодец. Отлично. Куда? Ага, вижу. Да. Собака. Собака. Хорошо. У меня тут есть еще один вариант. Нет, уже нет. Хорошо, тут скрывается. Почему ты никогда не чекаешь какие-то секретные вещи? Не могу понять. Какие секретные вещи? И что, потыкать на все нужно нет, или что? Тебе надо смотреть, что там есть, что там нету между вот этими блоками за ногу твою мать. Вот так, ща. Я пока я, не вижу. Я ничего не видел. Я тоже ничего не видел, там что-то было, но я ничего не видел. Между какими-то блоками. Ой, ай! Как? Ай! Ай! Это не видно, это даже не видно. Ну конечно, не видно. Я даже сейчас не вижу. Ну да, где-то не видно вообще. А что там? Там железная, каменная плита, куда ее? Куда ее можно? Соображалку, нет, соображалку вруби, соображалку. Так, соображалку. Соображалку. Это Хогвартс, ты отправляешься в Хогвартс, мать. Ага. Вспомни фильм Гарри Поттера. Так, ну там был какой-то секретный проход, да? Типа там в стенку как-то бах так можно было, да? Рука-лицо, а куда ты можешь поставить эту нажимную плиту? Так, Эдисон, ну я понимаю, как бы, что тут стоят железные двери, но просто понимаешь, если я сейчас поставлю не туда, то все поломается. Ну ты попробуй, там уже посмотрим. Опа! Нашел! Я не понял, в смысле, как это так? А вот, я тебе не скажу. Что за магия, не понял? Это новая механика Майнкрафта. А, это типа под ступеньку поставил, что ли, или как это? Я тебе не скажу, вот. Подожди, только мне как-то это лучше-то не становится от этого. Как мне теперь выбраться? Мне сюда нужно тыкать? Куда? Сюда. Куда? Сюда! Да я ничего не вижу! А чё там? А, кнопочка! Ты молодец! А куда ты поехал? Не, ну в принципе мне сюда и надо было, потому что мне нужно здесь открыть карточкой дверь и лошадка. Лошадка? Где лошадка? Какая лошадка? Так, подожди. Это что-то мне такое... Ага, растишка, я кажется понял, что мне нужно. Нет, нет, Джек, это как бы реально не для этого. Тут другой способ, как ты можешь сюда забраться. Ну да, я понимаю. В смысле, другой способ. А, ну в смысле, типа запрыгнуть вот сюда. Мне в любом случае так придется сделать. Нет, не придется. Что ты нет, делаешь? Нет, не придется. Ну и залезаю на дерево. Молодец. А зачем тебе растишка? Чтобы сундук было легче. А ты и так его откроешь. Давай! Нельзя растишку его. Нельзя, зачем? А ты поломай всю мою карту. Ну хорошо, ладно, все, я убираю растишку. Выбил растишку, стал большими, и сейчас еще пальцуется тут. Я блюю растишкой, все. Молодец, так. Так, дайте мне пройти. Не нужна будет лошадь? Нет, не нужна. Больше не нужна, слезай и потопали, Евгений, потопали. Так, ты так, в правильном так, направлении. Ты сюда. Ага. Подожди, тут... Это экзамен, чтобы пройти в Хогвартс. Ты будешь учиться на мага, да? Это Вингардиум Левиоса. Да, но тут как бы... Тут не Вингардиум Левиоса, не Авада Кедавра. Тут намного сложнее магия. Древний всеми забытый язык.
Изи-изи, рилток, ебой. Ебой, я хочу ебой, ебой, нет. Как ты угадал? Я не знаю. Хорошо, так, дальше. Изи должно быть, изи. Нет? Как? Изи, изи, подожди, подожди. Ебой, изи, изи, рилток. Think about it. Ах ты читер! Читер, проклятый читер! Читер! Почему тут две кнопочки? Нажимай. На какую хочешь. Ладно. Ага. Подожди. Так, подожди, мне кажется, что-то с поездом стало. Что-то явно с поездом. Давай! Ня пока, ня пока! Ня пока! Ничего с поездом не стало. Ничего с поездом не стало, я тебе говорю! Ничего не стало с поездом! Ня пока, я хочу ня пока, почему тут не... Ты едешь в Хогвартс, какой ня пока? Я хочу, ну я ж хочу умереть! Это нужно ня пока сделать, подожди, я не понял, давай сюда. Ага! Подожди, шо? Ты что-то убралось, но да, я не... В смысле, куда? Я все равно не вижу сундук. Сложно. Сложная механика Майнкрафта, на самом деле, сложно, да. Подожди, мне может... Как сложно, сложно! Не, хотел не пока! Нет, будет... У нас будет... Ты отправляешься в Хогвартс, понимаешь? Ну, подожди, если я писал сделаю... Если я написал, у меня не отнимет ХП. В смысле, ты что ты... Зачем ты это поломал? Ну хорошо, так тоже. Да ты в смысле? Ну так нельзя! Я только хотел взорвать! У меня на самом деле есть несколько вариантов, как поджечь это TNT. Ну. Я могу выбирать любой, да? Ну давай, хорошо, давай. Удиви меня. Смотри, во-первых, можно поставить его возле лавы, и он загорится. Нет, так не работает, нет. Тебе нужно поставить его на поезд. Все, единственный вариант поставить его на поезд. Только, то есть я могу ставить TNT только на поезд? Да, только на поезд. Да, чтобы хорошо, отправиться в Хогвартс. В Хогвартс отправиться. Хорошо. Так, подожди. Нет, ты просто поставь TNT, я потом уже тебе скажу, что дальше делать. Не, можно начать это не скажешь, а потом я поставлю. А то я вообще поставлю, все сломаю. Просто поставь. А куда ставить? Куда? Чтоб проломать, разломать поезд, чтобы отправиться в Хогвартс. Зачем мне ломать поезд, чтобы я что-то не понял логику. Ты не видишь, что там за поездом? Ты не видишь, что там за поездом? Не, я это вижу, там должен быть Хогвартс. Да, это там Хогвартс, молодец. Хорошо, вот я поставил. Ах, это... А ты ничего не заметил, вот где-то вот тут, изначально ничего не заметил, вот тут в лаве что-то такое непонятное, что-то... Как-то лава там поганая, такая плохая, такая лава да, куда-то... Да, какая-то лава вот тут, да, поганая? Да, тут? Ага, туалет! Туалет? Я так и знал! На кнопочку, на кнопочку да нажимай! Да я ничего не вижу, дебил! На кнопочку нажимай, стоишь. На кнопочку ты нажимай! Ты стоишь, да, дебил! Ты... Давай на кнопочку нажимай! Теперь ты возле кнопочки стоишь! Ну выпрыгни как-то с этого туалета! Все, отлично! Опа! Так, все, ура, до свидания, Ты, подожди, а ты в сундуке взял, что там было? Да, зажигалку. Как? Такой быстрый! Ну давай, в Хогвартс ждет! Прот! Да ты что, дурак-то ты? Жека, ты должен был в Хогвартс отправиться, а не взорвать себя! Жека, нет, все же, я тебя воскрешу, воскрешайся. Нет, я уже сон, я уже выиграл. Я тебя воскресил, я ж в Хогвартсе еще учусь. Давай, отправляемся в Хогвартс, Жека, давай. Ты меня обманываешь, там нет Хогвартса. Нет, там Хогвартс, тебе надо пройти секретные челленджи. Там нету Хогвартса. Ты видишь там, ты посмотри, видишь, внизу там есть синяя машина, которая тебя уже ожидает. Видишь, вот там. Полетели! Нет. Ну, как? В смысле, вот, я не понял? Хорошо. Как только... Да, ты что ты делаешь? Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это было профессионально! Ебой! Садись, поехали! Машина просто уже стоит где-то 4 серий назад, когда мы еще записывали. Я просто так придумал, потому что тебе нужно... Ну ты молодец, ты справился даже с этим заданием, понимаешь? Ай! Машина горит! Там еще, смотри, самолет разбитый! Самолет впереди разбитый, видишь? Господи помилуй, что происходит? Что тут только не творится. В общем, ребята, мне кажется, то, что на этом мы уже будем заканчивать. Поэтому лепите огромнейший палец вверх и на мой видос, и на Жекин видос. 15 лайков и что дальше? И следующая серия сумасшедших ученых выйдет, потому что их уже не выходило больше месяца, да? Какой там месяц? Ну, 3-4 месяца, ну где-то так, да. Много, а все потому, что лайки мало ставили. Вот да. И подписки, конечно, тоже нужны. Да, обязательно. Да, все будет хорошо, если подписка, лайк. А мы будем на этом заканчивать, ребята. Спасибо вам огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока.
покедова.